Your soul is mine. Round two. Fight! Подключением, друзья! У нас будет сегодня в программе подъем на горку для седанов, подъем на горку для джиперов. Провели инструктаж для всех участников, рассказали план действий, кто как будет преодолевать, как кто будет ехать. Тубару клуб, они будут, конечно, в роли опоздавших, не понимать, что нужно делать. Застряла Ауди! Конечно, конечно! Давай, Настя, мы тебя верим. Миска, она вытягивает. Там вдалеке стучит двигатель Subaru. Нет, не тянет. X-Drive от BMW. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алексей. Канал Психолог. Канал 300+. Что-то есть? Комментарий субаристам. Я же сказал, это унижатель Subaru специально. О, я знал, что Subaru сосут. Давай. Subaru сосут. Subaru? У нас все не Toyota сосут. Это сказал владелец Subaru, что Toyota сегодня сосут. Канал 300+, со своей знаменитой зеленой Subaru. Чемпион по горному журналу. Итак, Subaru у нас преодолевает. Ты не оставил свой бампер. Тихо. И на первую горку у нас поднялся гелик. И 210-й мэр забирается на горку. Так, Subaru у нас преодолевает. Чуть не оставил свой бампер, но поднялся на подъем. ML-ка заезжает у нас на этот крутой подъем. Ох, днищем-то как стукнулась ML-ка. Жестко. Давай. И с разгона. Москвич вытягивается, поднимается. Все. Все? Давай, Макс. Давай. Отлично, очень легко. Subaru заходит. И вот сразу же небольшая диагоналочка в конце. А там где-то в конце, вдалеке, по накатанной дорожке остановилась Subaru. И не смогла подняться на горку. Сейчас у нас полный привод Mitsubishi. От фишки будет заезжать на подъем, и это получается, там еще не накатано выше, фишку надо поднимать. Давай. ML-ка преодолевает подъем, напросто должна разобраться. Алексей у нас на BMW E60, единственный представитель, кто на BMW сегодня участвует в этих покатушках. И BMW X-Drive у нас полный привод, трехлитровая была, двухлитровая она на свапе, теперь 3 литра. Не сможет, скорее всего, на этой фишке подняться наверх. Накатали там ту горку, уже бессмысленно на ней подниматься. Сейчас еще момент. Давай, Бэха, вытягивай. Нет, не тянет X-Drive от BMW. Все, убирай ее. Паш. Отходи. И Радик почти залетает на эту горку с разгона. Я же не понял, что здесь была горка. Подожди. Бэха, еще последняя, крайняя попытка. Должна заехать и заезжает она у нас. Давай, Паджерик. Тоже сходу залетает у нас Паджеро, почти подлетает. А там где-то вдалеке стучит двигатель Subaru. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Алексей. Канал Технолог. Канал 300+. И заезжаю. Вот здесь заезжай, где у... Джиперы заезжают, ты отсюда не заезжал? Порогом поцарапаться. Давай. Ты же сказал, что Subaru сосут. Давай. Нет, Subaru сосут. Subaru уже поднялись здесь. Ауди нет еще. Да. ML-ку пускаем. И сходу Мерседес должен заехать. Мерседес зашел сходу, нечестно. Ну мы давай их поближе будем теперь ставить сейчас. Давай, теперь новое задание. Паш, принеси вон ту фишку, мы сюда поставим ее, чтобы они заезжали. Уже не сдалека, давай ближе теперь. Вот где-то вот здесь вот, наверное, да.
Очень большой фактор резины, конечно, влияет. И правильно уже Гелендваген взял траекторию. Пока. От фишки! Споднимешься? Давай! Ну, пускай отсюда хотя бы, давай отсюда. Там стоп, Ауди, Субару, стойте, не подъезжайте. И вот Субару поднимается у нас на уже более крутую горку. Маленький, слабенький ход, конечно, был. Мощнее надо, газу-то больше давать. Рвать матку надо. И взяла Субару ход. Давай, не получается у Субару. Давай последнюю попытку. Перезагрузили автомобиль. Ну давай, еще одна попытка у Субару. Давай, я думаю, сходу должна запрыгнуть. Давай, Субару и... Последний момент у нее получается. Кто следующий? У нас будет сейчас подниматься на эту горку. От фишки Субару должна подняться. Вот она, Субару тащит, должна заехать. Ей закидало всех снегом, особенно Лешу. Ну, это по подготовлению и повыше. Приехал в москвич. Ну вот, не простенькая Ауди. Вот, мы посмотрим Субару, полный вызов. Да, здесь самый лучший блокировка. Заехал. Тут еще кто-то есть? Комментарий субаристам. Я же сказал, это унижатель Субару специально. О, это вызов был прям серьезный. Чуть-чуть дальше фишки выехал. Леша, аккуратней, чтобы тебя не сбили. О, он уже на месте спрессовал. Тяжело ему подниматься. Ну да, это похоже 4 литра. И похоже, что Audi седан получит прадика подниматься на горку. О, так он на месте буксует. Беда. Он отключил, наверное, стабилизацию, поэтому у него сразу просто задний копают. Сейчас сюда импреза заедет. Давай, сходу залетает. Прадик, все, получилось. Все. Здесь у нас горка для седанов, для более простеньких автомобилей. Это у нас оказалось Audi, более простенький автомобиль. На полном приводе. Да, заметь, там за ней Subaru тоже в очередь стало. Нет. На коне, задние колеса не прочь. Он передний, да, привод? Он передний привод? Полный? Так, отходим. Это, я думаю, попытка получится. Нет, не получается. Вау, где-то попытка. Ауди, ты же знаешь, задние колеса только одно крутится. Он тоже облегченный, да. Кстати. Все, давай его убирай, Паша. Убирай. Все, она заезжает, машина. Все. Давай! Toyota это у нас Town Ace, по-моему, если не ошибаюсь. Поехали! Давай! Вот тогда и не получилось. Да, здесь конкретно лед надо побольше разбег набирать. Ох, как запрыгнула наша Town Ace на горку! Давай, с разгона у нас едет Audi уже, она забуксовала в самом начале, наберет ход. Должно получиться наконец-то, есть. Legacy у нас поднимается с разгона. Шоркнул чуть-чуть нищим, но заехал. Давай. Поехали, этот сувак. Перед тобой Audi заехал. Вот это проблема. Алексей! Жду комментарий, Субару с места стронуться не может. Это начинающий. С разгона. Субару.
А это тот, у которого двигатель стучит, да? Это потому, что ему Audi бочка накатала там. Да, подлянку сделала ему. Давай, все, заезжай. И сходу пытался заехать, не получается. Здесь уже конкретно накатали. Я думаю, надо как-то в сторону, наверное, отходить. Ну, кстати, да, Subaru и Allroad поднялись от этого конуса буквально пару минут назад. Нет, не хватает. Так получается, у нас сегодня Toyota сосут. Это сказал владелец Subaru, что Toyota сегодня сосут. Ну давай, не получается, нет. Не хватает резины. Не хватает уже у мощей, у гольфа. 15 лошадей осталось. Сколько? 15 лошадей осталось, да? Че, все его? А? Хорошо, давай езжай, ты что стоишь-то? Ну давай! Есть, наконец-то, все, тормози. Давай! Toyota едет. В этот хорош, раз получилось! Хорош! Надо было чуть-чуть остыть. У нас представитель спортивных седанов, да? Да, еще и девушка за рулем. Полный привод Mitsubishi 3000. ГТ. Нет, 3000 GT. Обезбашенного спускается оттуда. Давай, Настя, мы тебе верим. Давай, не стесняйся газу, давай. Не она вытягивает. Ты смотри, это просто уничтожает всех седанов. Пацаны, учитесь. Просто девочка сделала всех мужиков. Давай, у нас Suzuki Grand Vitara поднимается на горку для внедорожников запросто. Хорошо. Ну, с разгона поднялась, пока там стоп. Пусть. Давай. Чё? Конечно. Я жопу ещё не вижу. Давай, чё? А у тебя там шоколадный глаз, для чего? Нифига. Mitsubishi показала свое превосходство. Походу сегодня всех у Mitsubishi уничтожает. Не, что-то это, мы долго его будем так ждать. Старый немецкий дизельный двигатель. Ну тяни. Не хватает, все, накатал. Он накатает, не надо, тормози. Все, Паша. Давай. Все, на горку поднимаемся, на большую Suzuki Grand Vitara. Пах. Давай. Grand Vitarik. Опасно очень он завис, очень опасно завис. На хоре. Отпусти тормоза. И руль еще вот и накатал. Повернут был, это было очень опасно, надо было прямо держать руль. Застряла Audi, бог ты мой. Есть, получилось у Grand Vitarik. Вот он момент, первую машину сегодня толкает, и это у нас Audi. И он все больше и больше зарывается. Леша, ты ликуешь? В очереди стоял, чтобы не мешать никому. Все, теперь от фишки у нас ML-ка собирается заехать. Но тут уже намного тяжелее. Потому что накатано. Накатано очень серьезно. Я думаю, нужно будет закругляться на этой горке и переходить на следующую. Саш, ну я еще по этой проеду.
Ну ты давай езжай. Ё-моё. Все, накатали настолько серьезно, что все тяжелее и тяжелее подниматься на эту горку. И нужно брать больше разгон. Все, еще дальше. Гелик дает возможность для разгона ML-ки делать небольшую дорогу. Ну давай, сходу-то ML-ка должна заехать. В принципе, да, все получается. Итак, Mitsubishi у нас полный привод. То есть Mitsubishi рознь, да? Сейчас, погоди, я мне верю, стой! Стой, соберись! Пошли сюда! И получается! Хорош. Удивительно просто! Mitsubishi наказывает сегодня всех! Тихо, 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 аккуратно. Еще раз! Стопори. О! Ах, ты чуть-чуть! Не получается. Пару у нас импресса заезжает на горку. Молодец, Артем. Все, стопори. Красавчик, да? Итак, чуть-чуть дальше фишки стал у нас Гелендваген. Давай, есть добро. Можешь заезжать. Другую траекторию решил Гелендваген выбрать и заехал. Вот это класс. Он прям планочку поднял так серьезно. Больше разгону надо было взять сумасшедшему Volkswagen. Гальку не получилось заехать. Водители такое лицо всегда, когда они спускаются вниз. Ну так конечно не. Аутсайдерская, да. Аутсайдерский взгляд. Еще чуть-чуть назад, пускай с прыжка заезжает. Просто. Чуть-чуть сбоку еще пожарик залететь опасно, там люди стоят. Рисковые ребята вот на той стороне у нас стоят. Да. Попытка у нас у космича. На всех космичей в ответе. Не хватает, не хватает. Как раз заднего привода ему не хватает. Дальше разгон. Взлететь хочет. Космич в космос летит. Ну давай, давай, еще давай. Есть! Залетел космич. Бампер он уже потерял. Мне кажется, сейчас он взорвет мотор. В тот момент, когда владелец Мерседеса чинит Тойоту. Давай, 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 есть! Итак, Алексей, канал 300+, на своей знаменитой зеленой Субару. Чемпион по горному вернауту. Давай еще, Леша. Слушай, а что она включит? Подожди, там камеру забыл включить, поэтому не поднялся. Слушай, ну Mitsubishi поднялась, ты должен подняться. Давай, включай, ты у нас знаменитость. Так издалека пойдешь. Я на метр отъеду все. Тут полтора метра на фишку. Да пускай, пускай, хотя бы так заедет сейчас. И
Рафик. Да? Не все Тойоты сегодня аутсайдеры у нас. Я заскочил. Давай еще одну попытку и все. А он Сигу выбросит, сейчас заедет. Все, еще третья попытка, ну уже сейчас сходу точно должен заехать. Сходу вообще как делать? Сига мешала. Это наша машина. Вот так вот сходу заезжает Субари. Дальше отойти. Давай, братик. Выкидывайте под себя снег, Прада. Они нагрузили его, ребята, вы, конечно, не поднимете. Сумасшедшие просто. Посадили, братик. Опасная ситуация. Главное, прямо руль держи. Стой, 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 стой пока. Давай еще раз. Давай, давай, Прадик. Давай еще одна попытка. О, как он, демон, набирает ход. Опасно, но заехал. Все, нету никаких проблем. Все, отходим, отходим, отходим. Итак, наш безбамперный поднимается сходу, запрыгивает, да, открывается багажник, просто демон, просто демон. Потерял номер. Это были просто дикие ощущения. Тихо, отходим, отходим. Субару, Субару. Субару. Он на нейтралке едет. Да, ты как тихо, да? Не стучай сейчас Субару. Все, давай.